Добрый день, уважаемые дамы и господа! Сегодня у меня для вас только хорошие новости. Сегодня я расскажу вам о том, как за несколько дней можно заработать 740 евро, не прилагая при этом особых усилий. Но для этого, конечно, от вас потребуется внимание, понимание и, самое главное, желание заработать. Интересно? Давайте знакомиться с проектом. Итак, компания New Millennium Center Ltd. представляет новый инвестиционный проект под названием «Автопартнер Клуб». Проект основан на простых и понятных принципах. 100% гарантия сбережения вложенных средств, сотрудничество с Европейским банком, работа с автосалонами Volkswagen по всему миру, результативный и безупречный маркетинг. Прежде чем перейти к подробному описанию проекта, хочу вкратце рассказать о преимуществах работы в «Автопартнер-клуб». Компания абсолютно легитимна. Уставной капитал и все счета застрахованы. Гарантированный возврат вложенных средств в случае выхода из проекта. Возможность приобрести партнера у компании, что встречается крайне редко и не может не радовать. Уникальный и перспективный подход к ведению бизнеса. Итак, для входа в автоклуб, то есть для участия в программе, необходимо инвестировать 800 евро. Мы-то с вами понимаем, что деньги как бы не карманные, и по нынешним временам немногие готовы сразу выложить в бизнес такую сумму. Поэтому, идя навстречу пожеланиям большинства, лидеры проекта создали специальную вспомогательную программу с первоначальным взносом в 250 евро. Называется эта программа Grow Plus. Программа проста и доступна, и участие в ней дает возможность достаточно быстро заработать 1000 евро и использовать 800 из них на вступление в автопартнер-клуб. Перед вами простой, доступный и при этом очень эффективный маркетинг-план проекта Grow Plus. Круглая матрица на 7 мест. При этом 3 верхних места всегда заняты, а 4 нижних свободны и доступны для новых партнеров. Как только эти 4 места заполняются, матрица разбивается на 2 новые, а тот, кто стоит в верхней позиции в круге, получает 1000 евро. Вверху матрицы стоят те, кто пришел в данный проект раньше и уже успел чего-то достичь. После того, как вы вышли из матрицы и получили на свой аккаунт в бэк-офисе 1000 евро, эта сумма распределяется следующим образом. 800 евро – первоначальный взнос для участия в основном проекте «Автопартнер-клуб». 10 евро идет в благотворительный фонд «Надежда» в Санкт-Петербурге. 190 евро вы получаете на руки. Таким образом, вступление в автопроект обходится вам всего в 60 евро. 250 евро вы вложили, 190 евро вы вернули, при этом оплатили взнос в автопартнер-клуб. Но на сегодняшний момент вы можете и иначе распорядиться полученными деньгами. Не вкладывая 800 евро в основной проект, вы можете 250 евро реинвестировать, то есть вновь вложить в Grow Plus, 10 евро уйдет в благотворительный фонд и 740 евро вы получаете на руки. То есть уже заработав 740 евро, вы имеете возможность повторить цикл Grow Plus, вновь вложив 250 евро и получить опять 740. При этом количество таких циклов никто не ограничивает. Если же вы дальновидно приняли решение участвовать в основном проекте «Автопартнер-клуб» и инвестировали 800 евро, вы оказались вот в такой 15-местной матрице «Grand Infinity». Матрица, так же как и Grow Plus, делящаяся. Первые 7 мест обязательно заняты и для заполнения доступных 8 нижних мест. Как только эти места оказываются заполненными, верхний партнер получает 750 евро. И плюс к этому по 50 евро за каждого личного партнера. Нужно помнить, что матрица Grand Infinity требует обязательной квалификации. То есть каждый ее участник должен иметь не менее 2 лично приглашенных партнеров. Следующая ступень к вашему весьма ощутимому доходу – такая вот маленькая семиместная матрица – Lux Infinity, прохождение которой дает возможность получить 21 тысячу евро. 3 верхних места обязательно заняты и заполнить нужно только 4 нижних. Как только они оказываются заполненными, верхний партнер получает 21 тысячу евро.
Вот тот момент, когда можно уже по-настоящему подводить итоги. Вы на вершине в Люкс Инфинити, выходите на вознаграждение, и вновь у вас есть возможность выбора, как поступить с деньгами, а у вас их на секундочку 21 тысяча евро. Можете их забрать, они ваши. Можете приобрести автомобиль соответствующей стоимости. А можете большую часть денег получить на руки. А сумму в 5250 евро вновь реинвестировать в маленькую семиместную матрицу Lux Infinity, которая на выходе вновь приносит 21 тысячу евро. И это при том, что у вас на руках уже осталось 15750. Такие вот у вас могут быть варианты. Понятно, что с такими деньгами можно планировать уже и серьезные приобретения. Тут уж сколько людей, столько будет мнений и вариантов выбора. Хочу только заметить, что деньги тянутся к деньгам. Это уже проверено столетиями. По любым вопросам обращайтесь, пожалуйста, ко мне в Skype, который вы видите на экране. Лично от себя хотелось бы также еще добавить, что мною разработана система, которая дает возможность входа в проект и за 130, и даже за 65 евро, а также бесплатно. Но это только для лидеров сетевого маркетинга с командами от 20 человек. Подробности вы можете, опять же таки, узнать у меня по Skype.